Новость, которая пару недель назад потрясла всю страну. Девочки из благополучной семьи смакуют убийство котенка и при этом смеются. История, произошедшая в Угловском районе, как ни жутко это звучит, может произойти где и с кем угодно, считает ряд специалистов. Что становится причиной и как заметить, что с вашим ребенком происходит что-то не так? Говорим сегодня с психологом Гуар Кроян. Гуар, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот откуда берется такое, я даже не знаю, как это назвать, сложно, тут специалисты уже дают оценку. Когда, казалось бы, внешне в семье все хорошо. Девочки из благополучной семьи, папа на высоком государственном посту. Угу. Почему? На самом деле у нас в культуре принято за жестокое обращение, да, именно считать или физическое, или сексуального характера насилие. На самом деле у нас есть такие понятия, как психологическое насилие, эмоциональное насилие, пренебрежение потребностям ребенка. Да. Это к тому, что на самом деле вроде бы физических насилий не было, откуда тогда вопрос, да, берется жестокое такое отношение к животным, к друг другу. А на самом деле есть другой момент, да, такой латентный момент, скрытый, когда, например, родитель вот какие-то двойные послания выдает, там, я тебя очень люблю, но не путайся тут под ногами, да, и возникает вопрос, какую часть верить ребенку, то ли не путайся под ногами, то ли я тебя люблю, да, или, например, такие наказания, ты сейчас там никуда не пойдешь, с друзьями не будешь гулять, да, или все время они на работе находятся, а ребенок предоставлен сам себе, да, и вот это действительно приводит к тому, что ребенок, особенно вот в подростковом возрасте, да, задается вопросом, а кто я, а в чем смысл жизни, да, а что я здесь делаю, и он, в общем-то, вправе найти ответ на этот вопрос своими способами, да. К сожалению, способы у нас у всех разные, кто-то социально приемлемый способ выбирает, а кто-то, как в данном случае, да, такой способ выбирает. Это такое познать себя. А какой я здесь, а какой я здесь? К сожалению, такие варианты у нас есть. Это уже как раз относится к девиантному поведению. Ну вот такое поведение чаще встречается все же в семьях благополучных или неблагополучных? Здесь, кстати, можно, конечно, встречать статистику, что это неблагополучные семьи. На самом деле это не так, потому что в благополучных семьях тоже не все гладко. Иногда бывает так, что ребенок нуждается в любви, а мы вместо любви начинаем финансовый, да, там покупать игрушки. То есть мы заменяем любовь, заботу, свое время тем, чтобы отдавать какие-то финансовые, так компенсировать, так скажем. Поэтому однозначно ответить на вопрос, да, от чего это зависит, именно от неблагополучной семьи это зависит или от благополучной, нет. Потому что все-таки там внутри процесс происходит. Что для родителей должно стать сигналом, что с ребенком что-то происходит не так? На самом деле, если это маленький возраст, начиная с 3 лет, да, кризис 3 лет, я сам, то есть это нормальный процесс у ребенка, например, когда начинает изучать игрушку, начинает разбирать, а мы говорим, что ребенок ломает игрушку, да, а здесь ребенок на самом деле изучает, как это все устроено. И это нормально, когда ребенок задается вопросом, а как устроено животное, да, но здесь важно задать вопрос, для чего это делает ребенок, и объяснить взрослому, да, знаешь, сейчас животному больно, да? И тогда ребенок начинает понимать, что это, так делать не нужно. Но если мы однозначно будем говорить «нельзя», это, тоже не вариант, потому что на слово «нельзя» ребенок всегда захочет делать с точностью, да, наоборот, да? Поэтому лучше здесь показать, рассказать. Иногда, например, рекомендуется читать книги на животных, да, какие они, чего они боятся, что им приятно, что им неприятно. Хорошо, это тоже помогает. Это касается маленьких детей. Mm-hmm. А подростков, которые уже знают, что животному больно, что за этим будет, они даже знают о мере наказания, которое им может mm-hmm. грозить. И почему, как здесь с ними работать, что могут mm-hmm. сделать родители? Mm-hmm. На самом деле здесь очень интересный вопрос, потому что подростки знают как раз особенность того, что их не будет, их, конечно, осудят люди, но именно
учитывая, что до 14 лет не имеем права, да, судить ребенка, это штраф родителям и так далее, это приводит вот это отсутствие наказания, да, приводит к тому, что я буду делать все, что я хочу. Еще и популярным да, стану. И это популярно, потому что у нас развиты соцсети, где нужно себя показать, демонстрировать, самореализоваться, да, это, ну, такой крайний уже способ, надо же искать. Одно и то же показывать неинтересно, нужно что-то прям такое сверх показать, тогда ты становишься популярным. Это один из вариантов. Другой вариант, у детей порой это бывает крик о помощи на самом деле. Да, мы эту сторону очень редко рассматриваем. Когда мне больно, я покажу взрослому, как мне больно. Я когда кричу о боли, никто не слышит. Когда я это делаю, третье делаю, мне не слышат. Да? И я вынуждена это уже делать там с помощью, там, не знаю, мучить животных или мучить взрослых, других людей. Тогда становится, да, и мне больно, и другому человеку больно. Они уже меня поймут. Как, например, больные люди, когда мы обращаемся к ним, да, и говорим, я вас понимаю, они говорят, откуда вы можете мне понять, вы же не болеете. Что с этими детьми, если рассмотреть самый неблагоприятный сценарий, угу. может стать в будущем? Дети, которые убивают котят, мучают животных. Кем они могут стать? И говорят, что вот сначала на котятах, потом на людях. Так ли это? На самом деле есть здесь вероятность того, если это продолжается, да, это не просто интерес, но уже от этого, например, ребенок-подросток начинает получать удовольствие, вероятность того, что это превратится в то, что они будут мучить своих сверстников, а мы это знаем, буллинг, да, то это вполне вероятно. Это как раз и называется девиацией, да, то есть это когда уже за рамки нормы выходит. И в данном случае, да, если мы рассматриваем такой способ поведения, иногда можно наблюдать, если профилактика существует, если действительно, да, специалисты проводят такие занятия, и дети туда ходят, то это помогает на самом деле, да, ну, как-то помогает сформулировать свои ценности в жизни, потому что в подростковом возрасте это очень важно. Если же подобных работ не производится, учитывая, там, не все в городе живут, да, разные, там, это село, там, район, не везде это все развито. Исходя из этого, да, мы встречаемся с тем, что у нас, ну, конечно, такой термин «детская колония» сейчас уже отменили, да, воспитательное учреждение, но места там точно обеспечены. Понимаю, что вопрос глобальный, я сейчас задам. Как воспитывать своего ребенка, чтобы не возникло вот таких ситуаций? Безусловно, будут кризисные какие-то моменты, но как их проходить правильно родителям? Как помочь ребенку, чтобы он не впал в крайность? Здесь самое главное, у нас также очень принято, или мы оцениваем по 5-бальной шкале, а чаще всего мы никогда не говорим ребенку, ты молодец, как ты хорошо написал диктант, да, а мы всегда красной ручкой отмечаем там, где он ошибся. Мы всегда отмечаем вот эти ошибки. И забываем про то, что нужно еще отмечать достатки, там, где ребенок молодец. Да? Действительно, там, где ребенок там все делает правильно, он сильно здесь у нас не нуждается. Он нуждается там, где ему плохо, он получил двойку, порвал джинсы. И здесь важно ребенку сказать, я с тобой, независимо от этого, и я меньше, ну, от этого меньше тебя любить не буду. Да? И еще важный момент. Когда мы на эмоциях можем, там, не знаю, взрослые могут материться, грубые слова, да, говорить, не бояться этого и перед ребенком извиняться. Ну, извиниться, сказать, извини, ну, так нельзя было. И здесь сказать про то, что мы, например, материмся, там, используем такие-то слова, когда так безысходная ситуация, и я не знаю, как справляться, это единственный способ. То есть объяснить ребенку, да, из-за чего это происходит. Но если это порядки вещей, но тогда ребенок зеркало семьи. Мы смотрим то, что у нас в итоге получается. Гуар, спасибо вам огромное за беседу и за время. Мы говорили сегодня с Гуар Кроян, психологом, о том, почему дети становятся жестокими и как помочь нашим малышам стать настоящими людьми. Всего доброго, до встречи.